Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня снимаю видео фикс прайс в ноябре. Вот столько всего я купила, много там. Сейчас вам поподробнее расскажу обо всем. Вот такую штучку купила, мочалочка. Идет с такими пупырышками, с остренькими. С другой стороны такие вот более круглые. Я прям наливаю сюда гель для душа, вот на эту остренькую поверхность. И на самом деле ничего не больно, хорошо разогревается кожа. Мне очень понравилась такая вот массажная мочалочка. Сегодня купила опять две кисточки в наборе красить волосы. Куда-то потеряла такую вот мисочку. Не могу найти. Дальше вот такой сок. Абрикос, яблоко. Очень вкусный. Моему мужу очень нравится этот сок. И сын у меня обожает. Здесь 1,5 литра за 38 рублей. Отличное качество сок. Вот такие резинки купила. Набор резинок для волос, 100 штук силиконовые для создания причесок. Там цвета розовые, голубые и вот разноцветные. Взяла вот разноцветные, там и черные есть, и коричневые. В общем, 100 штучек, это надолго хватит. Такую расческу купила, я ее уже пользуюсь. Обалденная расческа, хорошо прочесывает всякие колтуны. Мне нравится, что на ней здесь ничего не написано, никаких фирм, ничего. Очень хорошая массажная расческа. Расческа. Сегодня, девочки, купила вот такие вот формочки для льда. У меня муж как-то захотел что-то выпить, мартини, по-моему, мы с ним пили. Он говорит, не хватает только льда. И у меня как раз не было формочек. Девчонки, вот такие вот шарики еще взяла в фикс-прайсе. Очень мне понравились. Еще я не распаковывала, не доставала. Здесь 6 шариков. Они сделаны из зеркального стекла. Очень красиво будет переливаться на елке, думаю. Мне безумно понравились. Взяла также, вот я уже его вытащила, клеевой пистолет для декорирования. И вот такие стержни. Набор стержней клеевых. То есть стержень вставляется вот сюда. И потом разогревается, и отсюда клей уже можно клеить. И вот такой вот ежедневник еще взяла себе. Потому что нужно было куда-то все записывать. У меня тут, в общем, заказы мои. И вон. У меня почему-то, не знаю, может быть, еще кто так делает. Я что важно пишу в начале и в конце тоже, что не так важно. В общем, с двух сторон я пишу. И сначала, и с конца. В общем, не знаю, делает так кто еще или нет, но я вот почему-то делаю. Девчонки, потом вот такой пакетик купила. Там набор пакетиков был. Я взяла вот такой один пакет. У меня у свекрови завтра день рождения. Сюда положу подарочек. Такого Дед Мороза взяла. Классного. Он одевается на бутылку. Ну, я его даже, может быть, поставлю под елку, потому что он такой довольно-таки большой и прикольный. Так. Следующее. Взяла вот такую штуку. У меня уже такая вторая. Я храню здесь свою бижутерию, как-нибудь покажу вам. Очень классная вещь. Сзади, ну вот тут может быть видно, такие кармашки прозрачные, а здесь просто вешать на липучечках всякие бусики. Вообще классная, классная штучка. Вот такие камушки везла плоские для декорирования, может быть, шариков, рамочек, не знаю для чего пока, просто понравились и взяла. Вот такие ручки, набор ручек, вот две я уже одну в сумку кинула, одну у меня муж забрал. Черные ручки, 8 штук, тоже нужны дома. На Новый год взяла свечи на стол с ванилью, белые 4 штучки, замечательно. Думаю, украсит новогодний стол. Также для новогоднего стола взяла вот такую вот. Мне она очень понравилась. Скатерть новогодняя. В общем, она вот такая вот, девочки. Здесь шишки, бантики, такие листочки. И такой материал у нее интересный. Как... Это не клееночка, это как, не знаю, даже что такое, плетение какое-то там интересное идет. В общем, вот эта скатерть будет тоже украшением моего новогоднего стола. Вот такие штуки взяла. Это
сердечки, мелкие-мелкие блесточки и звездочки. Это конфетти декоративное. И вот тут написано, нарисовано, как можно его использовать. Ну, это же для декорирования его взяла. Так, дальше у меня покупочки уже не из фикс-прайса идут. Это я просто сегодня зашла еще в маленький магазинчик. Купила вот такой лак, оттеночек 02. Он нежно-розовый, перламутровый. Это для моей мамы лак, она такие любит. Завтра мы идем на день рождения к свекрови, и я ей буду делать маникюр. Потом взяла для рисовалки на ногтях Эвита. Это краска для рисования на ногтях. В общем, такая блестящая краска. Это вот к этому лаку у меня будет. В общем, буду маме делать рисунок с помощью этих блесток. Вот такую штучку взяла от Эвелин Экспресс, удалитель кутикулы. Здесь нарисовано, как было и как стало. В общем, это гель. Здесь всего лишь 12 мл. Попробую. Еще такой не пробовала. Девочка сегодня посоветовала его взять. Говорит, это очень хорошая вещь. Здесь написано спа-маникюр без посещения салона. Вот. Взяла вот такую вещь. У меня сломалась. У меня была пластиковая. Это лопатка для обрезания кутикулы. Вот эта лопатка для отодвигания кутикулы. Хорошая фирма Solingen. У меня что-то было. По-моему, пилочка для ногтей из этой фирмы. В общем, взяла вот эту вот лопатку. Она металлическая. Думаю, надолго хватит. Ну, пластиковую взяла. Вот дешевая очень. Флоранс. 35 рублей. Она... просто обычная пластиковая. У меня, конечно, были пластиковые похуже качество, но вот взяла такую. Металлической не было, пришлось брать такую. Ну вот, девочки, это все были мои покупки на сегодня в фикс-прайсе и не в фикс-прайсе. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Всех вас люблю, целую, пока-пока.